Малая рассада теперь большая радость всех местных жителей. Вокруг дома по адресу Московский проспект 102 появилась аллея из декоративных роз и цветущих кустарников. Вид растений, которые бы люди хотели видеть из своих окон и при прогулке по двору, они выбрали сами, а управдом помог реализовать идею. В определенной степени и жители участвуют в этом благоустройстве. Вот, к примеру, вот у нас часть газонов, которые по инициативе жителей засажены разными цветами, кустиками, которые тоже производят очень приятные и хорошие впечатления. Так что можно жить и радоваться. Тем временем благоустраивается и остальная придомовая территория. Косят траву на газонах, ликвидируют аварийные деревья. Мы стараемся это провести до начала летних каникул или в первые дни июня для более безопасного и комфортного проживания на территории, потому что детвора заканчивает учебный год, и, соответственно, хотелось бы, чтобы обеспечить их максимальную безопасность. Опиловка деревьев – это обязательная плановая работа управдома. А вот украшение придомовых территорий зелеными насаждениями и другими элементами благоустройства решается с каждым домом индивидуально по заявке жителей. Юлия Михайлычева, Евгений Бушуев. День в событиях.